Мені мұқият тыңдаймыз. Ережені білесің, ережені бұзбаймыз. Бауыма асамыз. Сәттілік. Вот вроде бы у Ирканата всего один бой, но уже видно, как он заряжен. И я прям действительно жду какого-то яркого и быстрого финиша. А если вы тоже догадываетесь о каких-то исходах в боях, то я хочу напомнить, что партнер промоушена Найза – это букмекерская компания Alimbet. Широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся и погружайся в мир спорта на полную. Твоя первая ставка уже застрахована. Ну вот мы начали, и сразу же Ирканат позволил себя перевести. При этом видно, что он хочет выйти на какой-то прием. Вот это отличает Портеровиков. Пытался выйти сейчас на руку, на треугольник, такой транзишн. Но его соперник Нурмухамад пытается тоже зафиксироваться где-то. Но при этом вот отдал он уже на треугольник позицию. Я думаю, что это начало конца. В начале боя еще не вспотели бойцы. И, наверное, будет довольно сложно отсюда выбраться. Да, такой инверт-треугольник необычный. Но, кстати, Нурмухамад выбирается. И сам выходит на удушающий и теряет позицию. Кстати, отсюда Эзекиль может попробовать он сделать. Но нет, распускает он захват. И такая у нас ground game, игра на земле. Подтягивает к своему углу Ирканат соперника. И здесь... Скорее, просто Рузигильдиев его туда отнес, сам же еще и в этот момент. Ну что, и пытается поработать Ирканат Дарбаев. Да, тоже, опять же, выходит на какой-то прием, и видно, как вот, насколько он все-таки грэпплер. Забывает про то, что нужно в ММА еще немножко бить. Выходит на ниндзя-чок. И все. И сейчас да. Это заканчивается. Да, полторы минуты потребовалось Ирканату Дарбаеву для того, чтобы одержать вторую победу в Найза. И... Вау! Красиво! Да, красивый финиш. Ирканат неплохое приобретение лиги Найза. Парень умеет бороться, но он должен помнить, что с каждым боем соперников уровень тоже будет повышаться, они будут уметь бить. И Ирканату самому нужно немножко, конечно же, в ударке поднатореть, потому что одними приемами, мне кажется, будет сложно одерживать победу. Но это большой шанс, как мы и говорили, селекшн и подобные мероприятия невозможны без поддержки со стороны местных органов управления. И вот как раз-таки Мангыстауское управление спорта оказало огромное содействие в проведении данного турнира. Да, и как вы видите, Ирканат сделал сумасшедшее сальто в конце. У него было много энергии. А знаешь, у кого еще есть много энергии? Я догадываюсь. У Гориллы Энерджи. Горилла — это сила для твоего главного боя. Те, кто с Гориллой уже несколько лет, им респект. Горилла Энерджи дает дополнительную энергию всем. Что ж, услышим решение. И отправляемся дальше. Ladies and gentlemen, referee Manav Kardiv, hold this in 1 minute 39 seconds of the round number 1. Winner by submission, fighter of the red corner, Ирканат Дарбаев!